открытие основной части программы приглашается ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие участники нашего теперь уже традиционного бала, консерваторцы и гости, на самом деле для меня очень дорогие эти мгновения, приветствия предшествующего тому празднику, который уже начался. Но вот сегодня было объявлено, что это шестой уже бал в Московской консерватории. А что это значит? Это значит, что те, кто его начинали, те, кто на первом балу были первокурсниками, уже закончили Московскую консерваторию. И теперь это уже эстафета. Теперь это уже эстафета, которую передают старшим и младшим, с тем, чтобы убедиться, что начало было положено правильно. И оно действительно было положено правильно, потому что как не в Московской консерватории проводить именно такие замечательные праздники. Праздники уникальные. Но бал сейчас на самом деле возвращается в жизнь. Бал сейчас не удивишь. Имею в виду не всякого рода шоу, но большой зал консерватории, он ко многому обязывает. Он действительно приносит свою собственную атмосферу. И вот именно эту атмосферу мы хотели и смогли сохранить в наших собственных праздниках. Ну и очень много таких особенностей, которые никто не может повторить, нам доступно. Ну, допустим, то, что уже постоянным участником этих наших балов стал оркестр оперного театра Московской консерватории, и сегодня он тоже нас будет сопровождать. Давайте его поблагодарим и поприветствуем. Александр Александрович Милюков, главный дирижер, который сегодня тоже за пультом. И вот такое начало – это на самом деле зачин большого и замечательного праздника. Но остальное вы сами увидите, поэтому для меня тоже очень много здесь неизвестного. И я не старался проникнуть в эти тайны, заговорчески хранимые устроителями. А просто хочу вам пожелать, чтобы вы почувствовали, что весна началась. И что перед тем, когда придется сосредоточиться, приступая к сессии, у вас еще много времени не только хорошенько поработать, но и отдохнуть. Вот сегодня именно такой день. С праздником! Thank you.
друзья. От лица Института военных дирижеров военного университета мы горячо приветствуем вас на этом замечательном мероприятии, которое объединяет юные сердца, наше учебное заведение и объединяет целые эпохи. Говорить можно много, но главным красноречивым оружием сегодня будет музыка.
Пономарева.
приглашается ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие друзья, поверьте, очень радостно каждый год приветствовать вас в этот день, потому что каждый год наряду с тем, что уже знакома как традиция, хотя и молодая, но постоянно укрепляющаяся, каждый год все близко. На самом деле, вот этот праздник, он рожден по инициативе нашего студенчества, и он сразу был с радостью поддержан ректоратом во всех тех вопросах, которые просто его сопровождают. Но именно сопровождают, а основа – это молодость, основа – это фантазия и жажда общения, расширения круга. Мне очень приятно, что круг нашего бала действительно постоянно расширяется. Я хочу сразу поприветствовать тех студентов, которые сегодня наши гости. И это очень радостно, что возникают новые знакомства, возникают новые среды общения. И так и должно быть. Но, как я сказал, что это такой период особенный. В этом году уж совсем особенный, поскольку мы в 150-й раз провожаем выпускников Московской консерватории в самостоятельный полет. И, конечно, этот юбилей будет особенно значим, особенно радостным. Но и сам-то этот праздник, он тоже появился сравнительно недавно, праздник вручения дипломов, праздник концерта лучших выпускников, вручения приза лучшему выпускнику консерватории года. И таким образом, на самом деле, жизнь обновляется, жизнь не останавливается. Ну и, конечно, эта неделя, которую мы сегодня здесь начинаем своим праздником, эта неделя называется «Звонильная неделя». И вот сегодня тоже призыв к началу нашего торжества, изначально это были колокола. Поэтому и с этим великим праздником, праздником Пасхи, я тоже вас с удовольствием поздравляю. Ну, а после того, как отзвучит сессия, весенняя сессия, и, конечно, главное событие этого года, не только для консерватории, но вообще для музыкального мира, это конкурс имени Петровича Чайковского. И уже наши студенты, наши выпускники будут представлять там Московскую консерваторию. Я хочу, чтобы сегодняшний праздник тоже остался в вашей памяти, как незабываемое событие. И хочу, чтобы действительно вы всегда приходили сюда, как в свой дом, независимо от того, как сложится ваша профессиональная судьба, личная судьба, потому что альма-матер всегда останется вашим. Ну а сегодня с праздником нашего студенческого бала.